Всем привет, вы на канале Злата Голд. Это я, если что. И сегодня у нас долгожданный влог. Это мой завтрак. Он состоит из холодного кофе и импровизированного оладушка одного большого, типа глазуни его. Короче, я не сидела там 2 часа, слава богу. Суть в том, что там сбилась очередь, вообще полностью сбилась очередь, как раз таки перед тем человеком, которого я должна прийти. Это вообще был полный трэш. Там в другом кабинете женщины спорили. Это был трэш. И что хочу сказать? Больше я не пойду в поликлинику. Я готова заплатить любые деньги, чтобы мне выписали справку, потому что сидеть в этой душной очереди рядом со мной, типа, пока сидели 2 человека, которые были с температурой. Я не удивлюсь, знаете, если я сейчас хожу 2 дня в школу и опять заболею из-за этих 2 людей. Трэш. Я пришла в Fix Price, там было мало товара достаточно, но я кое-что прикупила. Я уже вернулась домой. Бродила я целых 2 часа по юности и купила только 2 товара. Это мицеллярная вода, которая протекла. Но там было 2 баночки. Вторая баночка была типа вот наполовину жидкости не было. Я взяла эту, потому что мне мицеллярная вода очень нужна. И я взяла гирлянду. Помните, я видела, что хочу сделать буковку Г, типа The G, Zlata Gold. Я ее постараюсь сегодня сделать, вот. Такой красотой сделала. В общем, мы, когда моя мама приедет, мы поужинаем и пойдем с ней на Wildberries. В общем, мы пойдем на Wildberries, я сейчас думаю, когда мне доснимать ролик распаковку. Вот, и так все. Я начинаю умываться. Завтра мы с вами тоже встретимся, потому что влог получился слишком короткий. Из-за этого завтра я тоже буду снимать. В общем, я уже проснулась, сделала географию, и сейчас я скоро пойду гулять со своей собакой, ну как скоро, где-то через часик, вот, и потом у меня будет много времени, чтобы отдохнуть. Я гуляю, короче, со своей собакой, тут дорога, не знаю, насколько меня хорошо слышно. Вот, сейчас я приду домой, пообедаю и дальше буду отдыхать перед школой, повторять домашние задания, что-то доделывать, потому что мне там не прислали информатику, там просто устно ответить на вопросы, типа, легко, даже можно не делать, но я делаю на всякий случай. Вот, сейчас я буду делать фотку, обложку на влог. Просто хочу, как бы, ребят, я просто хочу пожаловаться на производителей. Ладно, не на производителей, просто хочу пожаловаться. У меня вот есть вот этот шампунь, я им постоянно пользуюсь, тут 500 миллилитров, тут литр, и, короче, короче, обычно тут вот такие херни, из которых вот так вот, типа, нажимаешь, и оно выдавливается. Сейчас, видимо, они решили сэкономить на пластике. Из-за этого сделали, типа, вот, выливающиеся. Сейчас я вам покажу, какие удобные дозаторы были до этого. Ну вот, типа, удобный дозатор, видите, там все выливается вот так вот. И это мега удобно. Но они сделали сейчас этот дозатор. Мама такая: оставляйте дозаторы, потому что так удобнее, типа, неудобно выливать. Я такая: о, мам. Я уже накрасилась новым карандашом. Вот этим вот новым карандашом накрасилась. Накрасила, одела кольца. Сейчас я буду заваривать себе кофе в школу и уже буду одеваться, потому что я пойду встречать свою
ничего. На улице прекрасная погода. Я иду со школы. В школе был прикольный день. Вот, я наконец-то встретилась с Стасей, кстати, с которой, скорее всего, будет следующее видео. Вот, так что ждите. А сейчас я иду домой делать уроки. Потому что у нас завтра история, а по истории у нас пересказ. А я его даже не учила. Так что погнали. Что я вам хочу сказать? Я в полном хламе сделала плакат с корейцами, ребят. Смотрите. Короче, сейчас буду вот этот плакат вешать, просто выкласть в коробочку воспоминаний. Скорее всего, вот это я тоже буду класть в коробочку воспоминаний, чтобы вот этот плакат вместился здесь. Ну все, я повесила плакатик вот так вот. И все, мои мальчики теперь будут спать со мной. Я начала собирать портфель на завтра. Кстати, сегодня буду делать вот такие вот наклейки. Я покажу вам в конце ролика. Ну а сегодня у нас распаковка скрипушей. Скрипуши. Итак, первый такой вот пакетик, что нам там попадется. Нам попался огурец. Второй пакетик. Нам попалось вот такое вот милое сердечко. Третий. Опять сердечко. Четвертый. Ой, смотрите, какой милый ролл. И пятый. Опять огуречек. В итог, у меня два сердечка и два огуречка. Спасибо именно тебе за влог, за те эмоции, которые ты испытал, пока что смотришь мой ролик. Я его уже монтирую. И если он тебе понравился, пожалуйста, поставь лайк. А если тебе нравится мой контент, то обязательно подпишись и поставь колокольчик. Ведь ролики я снимаю именно для тебя.